не супа, он молодой, его можно со всей силы бить. Он молодой. Смотри, какой конь. Это отвечально, да, отвечально. Я хочу отметить, кстати, переверни камеру. Я хочу, кстати, отметить подход Алексея Михайловича. Вот смотрите, там в углу ребят, которые пришли первый раз на тренировку, отдельно работают, не спаррингуют. Отдельно работают, не спаррингуют, он ко всем подходит. Ко всем подходит, они отдельно работают над техникой. А ребята поопытнее уже боксируют, то есть это важно. Это важно, да. Так что не волнуйтесь, приходите, каждого научим боксировать. В зависимости от уровня подготовки будет индивидуальный подход. Итак, у нас в ринге Юсуп Садулаев и Нурулло Алиев. Опыт против молодости. Оба являются базовыми борцами. Но в стойке тоже не прочь зарубиться, как вы видите. Ой-ой-ой! Юсуп! О-о-о-о! Маэстро! Нурулло приехал после сборов и оформил хороший тейкдаун. Это было жестко. Как этот раунд прошел? Пару слов. Все четко, без слов. Суп. Жаркая работа с Нурулло. Очень интересно с Нурулло. Он сейчас дождется, пока я в форму войду. Надо еще раз снять. Все. Мы продолжаем. Смотрите, друзья, у нас опытные работают в ринге, боксируют, спаррингуются, а уровень у них высокий. Но также есть новички в группе, они за рингом отрабатывают технику. Тренер очень внимательно каждому подходит и объясняет технические моменты, поэтому необходим какой уровень. Даже если уровня никакого нет, вы никогда не боксировали, можете прийти на тренировку, и тренер вам все расскажет, покажет, объяснит. В общем, индивидуальный подход каждому, независимо от того, как много народу у нас. Тренер с большим опытом, и он каждому найдет подход. Даже если вы не боксировали, приходите. Мы вас всему научим. От начинающего уровня. Нурулло молодой, ему меньше 25. От 20 до 25 вроде. Вот, пишут. 20-21.
Максут Саадулаев является действующим тренером и бойцом. Тренер клуба Evolve Gym, боец One Championship, первый номер рейтинга в своем весе и один из претендентов на пояс чемпиона. Три раунда таких, то есть либо ту работаем. Напоминаю, первая комбинация была корпус, голова, голова, два прямых и боковой в голову. Вторая мы начинали через уклончик, боковой, прямой, боковой в голову. И работаем, пытаемся либо ту, либо ту. Если у вас получится повторная атака, раз, два, три, раз, два, три. Это будет идеально. Если вы подожмете соперника, подожмете, раздергаете. Раз, два, три, раз, два, три. Пробьете такую повторную атаку, будет идеально. С кем в паре сейчас стоишь? Сейчас будет у тебя, ты будешь делать, я буду отрывать. Бьешь сзади прямой. Дайте вам не Вам только решать, как лучше ходить каждый день, через день. Лучше, конечно, тренироваться ежедневно. Вот. Но это уже зависит от вас. Абонемент у нас есть как для первого, так и для второго варианта посещений. Приходите, и мы вам подберем максимально подходящий абонемент. Первая тренировка бесплатна. Записывайтесь через наш сайт evolvegym.ru. Наш зал находится на метро по адресу Дербеневская набережная, дом 7, строение 6, метро Павелецкая. Так, вот часть зала, где проходят тренировки по боксу и тайскому боксу. Видите, груши, ринг. Там дальше зона, где проходят тренировки по кроссфиту, по функциональному тренингу. И также качаются ребята, да, после тренировок. И вдали у нас еще есть зал такой же, там виднеется, где проходят тренировки по ММА, смешанным единоборством ММА, по вольной борьбе, по грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу. Там борцовский зал у нас. Запись через сайт evolvegym.ru. В общем, у нас в описании нашего профиля, перейдите, нажмите на сайт и через сайт оставьте заявку. Нажмите кнопку «Записаться», там нужно будет добавить свое имя и номер телефона. И оставляйте заявку на первое бесплатное занятие. Хорошей работы. Так, на этом все. Показали вам тренировку Нурула Алиева и Юсупа Саадулаева. Это часть тренировки по боксу. Всем пока. На этом мы закончим. На этих прекрасных словах.